Добрый день, с вами Алексей Шумилков, грузовые прицепы, рассмотрим полуприцеп Тонар, ассортиментовоз трехосный. 6 пар коников, коники у него разборные, состоят также из основания и стоек. Полуприцеп трехосный, оси у него барабанные, стандартные для крепления груза это ремни с той стороны и утяжки симметричные ему. Рама на полуприцепе проварена роботом, что очень надежно. На полуприцепе установлена резина 385 на 65 R22,5, стандартная резина. Оси 9-тонные, подвеска многорычажная, производство Тонар. Первая ось, она подъемная в автомате, вон, установлен подъемник. Подвеска многорычажная, все элементы подвески также сварены роботом. Видим корзину для запасного колеса. Это корзина по два запасных колеса, она на всех полуприцепах идет. Уже колесо запасное полуприцепа лежит здесь, а это место для крепления запасного колеса тягача. Кран уровня пола подвеской, вапка. Стояночный рабочий тормоз, вапка, система, пневмосистема, установлена вапка. Ноги опорные марки Тонар. Две опорные ноги, которые удерживают непосредственно нагрузку 28 тонн. Щит передний у него, цельный передний щит, выполнен с усилителями. Это для усиления переднего щита. Полуприцеп выполнен под высоту седла 1150, под тягач 4х2. Как раз он зацеплен с КАМАЗом Нео. Все, зацепили, имеем стандартный блок электро- и пневморазъемов. Видим прекрасно, что КАМАЗ Нео 4х2 с ним зацепился, и вот все уже у него в зацепленном виде, нормально все синтегрировано. ВИН номер полуприцепа с правой стороны по ходу движения в желтой табличке. Здесь же дублируется ВИН номер и вапковская табличка. Ручка для поднятия-опускания опорных ног. Пол в виде фанерного настила. А вот вторая сторона для затягивания груза, то есть бревен, леса. Второй элемент утяжки. Коники, они все на полуприцепе выполнены в болтовом исполнении. Их можно передвигать. Передвигать и в случае повреждения, а также можно заказать отдельно нижнее основание, отдельно стойки, отдельно все элементы крепления можно отдельно заказать. Ящик инструментальный. А вот она корзина с запасным колесом. Пластиковые крылья парлок. 6 пар коников, и при желании можно укомплектовать, если нужно 8, то можно под заказ также доукомплектовать еще двумя парами коников. Петли задней части полуприцепа. Осевая балка, усиленная осевая балка, круглая, 14 мм толщина стенки. Она усиленная и сделана, выдавлена непосредственно в цельном виде, из, ну, то есть под прессом, на горячую. Подушки с остальным стаканом мы видим здесь. Это усиленный вариант как раз для лесников. Сами элементы, они выполнены как на коробе. Вариант именно на коробе, и, то есть необслуживаемый вариант. Долгоиграющий, необслуженный вариант. Это многорычажная подвеска Тонар. Основное мы все рассказали. Это для элемента крепления лесоперетягивания. Сам ремень, это обратная сторона утяжки, так работает. Стандартное решение, стандартный полуприцеп ассортиментовоз, трехосный. Самый стандартный вариант полуприцепа. Ну, в данном случае его уже продали, и вот как раз счастливый обладатель с КАМАЗом Нео уже зацепился и стоит готов к отгрузке этого полуприцепа. С вами Алексей Шумилков, грузовые прицепы. Подписывайтесь на нас.